Сегодня Древний Тобольск можно по праву назвать городом детства. Здесь 9 тысяч дошкольников и 16 тысяч школьников. И кажется, в этот праздник все они как горох высыпали на улице. Парк Ершова стал шире, больше и краше. Сегодня сюда прибыл волшебник и привез детишкам эскимо. Куда ни взглянешь, везде радость, детский смех. Я на самом деле сегодня настолько счастлив, когда вижу эти улыбки, эти счастливые глаза и задорный смех. В прошлом году здесь заложили продолжение сквера Ершова по мотивам нашей сибирской архитектуры, детскую площадку. В этом году произведем масштабное озеленение территории, высадив крупномерные деревья. Все лучшее детям в Тобольске – это уже не лозунг, а реальность. А за последние 2 года количество детских площадок увеличили кратно. Преображаются территории образовательных учреждений. Ученики не хотят уходить после уроков из лицея. Допоздна проводят время на его дворе. Этот корпус более какой-то современный. На втором этаже, когда мы ходим, всегда можно прочитать умные мысли, которые висят на стене. Комната вот психологического развлечения есть. На площадке школы номер 16 в первый день лета организовали конкурс на знание правил дорожного движения. 5 семей решили помериться силами и побороться за главный приз – велосипед. Общественная палата города учредила для победителей премии. У нас традиционные семейные ценности, они всегда для нашего общества были в приоритете. Поэтому общественная палата решила поддержать праздник. Родители и дети демонстрировали знания теории и на практике показывали, как оказывать помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Подростки, виртуозно владеющие велосипедом, с трудом усмиряли скорость и делали все по правилам. Когда переходим дорогу, надо слезть велика и посмотреть налево и направо. Сейчас я хожу в шахматный лагерь, потом я полечу в Анапу. Потом я пойду в английский лагерь. Взрослые пригнали разное транспортное средство, по школьному двору катали всех желающих. За прошедший учебный год в 16-й школе было 3 нарушителя правил дорожного движения. Среди них один родитель, не пристегнувший ребенка. Поэтому и каникулы начали с этого мероприятия. Ведь самое главное, чтобы лето у детей было безопасным. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.